ездили в Сити Парк Град. Я устала, час туда, час обратно добираться, еще там пока погуляли, походили, а дома еще кушать, готовить. Короче, я голодная, капец. Была в Ситилинк только что, а здесь, кстати, я раньше оформляла соотечественники. Раньше тут очередя были большие, сейчас вообще никого. 9 утра, а я уже с покупками, дома нечего кушать, вернее, я приболела, заболеваю. И нужно было купить лимончик, мандаринки, и воды нету. С утреца арбайтен. Делаю себе чаек с лимончиком и буду лечиться на солнышко. Да, молоко спрятать, а то кто-то пил и не поставил назад. Кушаю конфетки Love Is. Не конфетки, а желейки. Купила мандарин. Я беру, допустим, постоянно абхазские, потому что они без косточек. И стараюсь выбирать мандарину, чтобы она была мягкая и жопка продавливалась, чтобы палец уходил в жопку. В жопку мандаринки. Тогда, по идее, она должна быть сладкой, но почему-то иногда попадаются кислые. Расскажите, как вы выбираете мандарины, потому что мне говорят, что моя теория ошибочна, что жопки тут ни при чем. Если я выбираю мягкую мандарину, они тогда и чистятся лучше. Вкусная. Я себе делаю сейчас чай. Буду, наверное, с лимоном. Не хочу с малиной, слишком сладко получается. Вечером буду пить с лимоном. Да, не смотрите на меня, что я такая потрепанная. Я болею. Этим все сказано. Просто нужно идти в душ. А я не могу, потому что я боюсь, что меня еще больше продует. Схожу завтра, наверное. Вообще не буду это выкладывать, а то подумают, что я не моюсь. Как плохо, что нет салфеток, которые шли бы сразу с каким-нибудь увлажняющим кремом, либо маслом для лица, потому что когда ты высмаркиваешься, здесь вот просто все облазит, все высыхает, потому что ты сдираешь это все какими-нибудь сухими салфетками. Мокрые тоже натирают довольно-таки неплохо. Меня в связи с болезнью посещают разные, просто разные мысли. Еще одна мысль: почему не сделали камеры, на которые можно снимать влоги те же, в виде каких-нибудь наглазников, очков? Я знаю, есть такие камеры, но они в основном экшен, и в них нет звука, если я не ошибаюсь. Но крутая была бы штука, это именно какие-то вот очки, причем не спортивного плана, а обычные, которые можно было бы носить в повседневной жизни, может быть, с прозрачными стеклами, чтобы они еще и темнели, когда ты выходишь на солнце, защищали тебя от солнечных лучей, это вообще было бы супер. Почему я так подумала? Потому что, блин, монтируя последние видео, я понимаю, что камера не захватывает то, что я хочу показать, не улавливает всей красоты, всей сути, и она не видит, как мой глаз. Камера видит кусочек, и, блин, это честно мало, чтобы понять суть, которую я хочу передать своими видео. Короче, ни хрена не видно. Вот, коротко. Мой чай. Успела на конец концерта. Для вас прошло пару секунд или минут, а для меня почти неделя. Сейчас я выгляжу так еще более-менее. Все, кто думали, что я выгляжу не очень, вы ошибаетесь. Все даже очень. Я вчера лежала в полном ауте. Видео снимать особо не хочется, ни обычные, ни влоги. Короче, ну что тут сказать? Сопли, слабость, температура, и в целом-то у всех такое бывает. И за это время ты просто как-то выпадаешь из вот этого ритма съемок. А так и не скажешь, да, что я вчера вообще лежала и не вставала.
буквально пластом валялась на кровати. Причем не потому, что мне так хотелось, а потому что я просто реально встать не могла. Я вставала в туалет, и мне настолько плохо было, что я боялась где-нибудь сознание потерять, или обрыгаться, или еще что-нибудь. Такое состояние было выворачивающее тебя наизнанку, что никому такого даже со злости не пожелаешь. Но вот сегодня уже более-менее лучше. Я спала до 2 часов дня. Вообще ни хрена не делала. За дни болезни выбиваешься из колеи не только из съемок каких-то, а из жизни вообще. Забываешь про все. Умываться, мыться, есть, пить. Это, конечно, ужас какой-то. Но я рада, что сегодня хоть получше, и надеюсь, что завтра будет еще лучше. И потом еще лучше. Чай, чай, чай. Главное, чтобы банка не лопнула. Были остатки малины, которые я высыпала в кружку. Но мне жалко какие-то крупицы самой банки. И вот я решила ее помыть. Кто еще так делает? У нас, видите, кстати, какая погода? Дождь мелкий, моросит. А у вас какая погода? Зима!